шансов для Вуда. Проскальзывайте под машинами и преградами, чтобы быстро менять позицию и уходить от преследования. Маскировка включена.
Похоже, они свалили до столкновения. Проверьте спасательные капсулы. Нам нужны образцы ткани с трупом. Пусто. Ищи дальше. Наверняка там остались образцы ткани. Ничего. Короче, тебе придется забраться в корабль. Пророк, ты еще с нами? Тебе нужно забраться вовнутрь и вытащить образец. Мы ищем останки экипажа, любой генетический материал. Ладно, вот ты на месте. Просканируй корпус. О, Господи. Это же человеческая плоть. Это люди. Тела просто... просто расплавлены. Послушай, без образца инородной ткани мы только время теряем. Просто выбирайся оттуда, парень.
обнаружена инородная ткань. Интерфейс активирован. Инородная ткань поглощена. Идет обработка. Извлекайте нанокатализатор из трупов пришельцев. Модификация нанокостюма. Вы можете заменять доступные модули. Однако в каждой ячейке может быть только один действующий модуль. Кроме того, вы можете включать и отключать доступные модули. Готово. Теперь уходи оттуда. Направляйся к шоссе. Доставить Гуда в образец ткани. Добраться до лаборатории Гуда по шоссе Рузвельта. Инородной ткани. Идет
Ассимиляция геокода. Ассимиляция завершена. Идет перезапись протоколов глубинных слоев. Чем ты там занимался, но сигнализация костюма орет как проклятая. График сбит к чертям. У меня в лаборатории на всех машинах программные протоколы, еще запатентованные документы по биотехнологиям. И на всех сплошняком имя Харгрива. Это какая-то аварийная программа, которую он встроил на самых глубоких уровнях. Представления не имею, что это значит. Быстро двигай по шоссе Рузвельта к нам в лабораторию. Не знаю, сколько я тут еще смогу проторчать. Поэтому не тормози по дороге.